Это Райан, у меня проблема. Меня хотят убить. Джек. Джек. Джек, на работе порядок? Да. Ты говорил, это офисная работа? Да ты присядь. Расскажи мне свой ужасный сценарий. Но учти, что у меня нет твоей ученой степени. Токио, Лондон, Соединенные Штаты. Все будет уничтожено. Мои глаза моргнуть не успеем. Теперь ты не просто аналитик. Ты оперативник. Джек! Мне надо лететь в Москву. А почему ты меня не берешь? Да я буду все время работать. Они там не церемонятся, Джек. Виктор Черевин непредсказуем. Вы, американцы, считаете себя прямыми людьми. Может, вы просто грубые? Или вы слишком обидчивые? Джек, у тебя еще проблема. Что ты тут делаешь? Ты? Ты лгал мне 3 года. Да что ты, конечно, нет. Можно нам поговорить минутку? Нет. Здесь геополитика, а не семейная терапия. Партнерство – вещь деликатная, мистер Райан. Может закончиться дракой. Что вообще происходит? Иногда самым близким надо верить в последнюю очередь. У всех свои секреты. Думаешь, игра окончена, Джек? Они поставят нас на колени. Без единого выстрела. Есть вполне реальный шанс, что мы не выберемся отсюда живыми. Нас раскрыли! А если узнаешь правду, ты поверишь?